Всем привет! Сегодня я опять приехала в Калязин. Вон там Женя ходит. Идем мы до урочища с ним. И решили обследовать поле. И у меня сигнальчик. И выпала первая монета. Зелененькая. Да, и не знаю, что и за монета. Надо мыть, здесь воды нету. Я потом помою и вам покажу. Но похоже, как на 20 копеек рамочник. Советская. В общем, прошлись мы по тому полю с Женей. Вообще никаких сигналов нету. Значит, там не было никакого сражения. Опять вернулись на распаханное поле, где я нашла 20 копеек щитовик. И мне выпала вот такая ручка. Материал латунь. Наверху лежала. Но вообще, если такая ручка выпадает, то должна здесь стоять деревня. Но керамики никакой не видно. Вот только ручка. Вот Женя ходит, нашел несколько монеток советиков, а у меня поверхностный сигнал был, и выпала пломба, половинка. Написано «Московская». Ветер сильный поднялся, не знаю, как запишется. Вот такая пломбочка. Вон там Женя вдалеке копает. Идем мы с Женей уже до машины. Обследовали мы это поле. Сигналов очень мало. Вот у меня тут яма небольшая. Опять был поверхностный сигнал. Выпала вот такая пуговка. Но в не очень хорошем сохранении. Что изображено на ней, я не пойму. С ушком пуговка. Немного ее почистила. Вот такая пуговица. Сильный ветер. Боюсь, что звук будет очень шумный. Но хочу сказать, обследовали с Женей мы три поля. Никаких военных действий здесь не нашли, потому что мы искали пули Минье. Никаких сражений не было. Просто историк нас ввел в заблуждение. Сейчас мы идем с ним до машины. И по дороге смотрите, что я увидела. Яйца. Интересно, их можно кушать, брать? Или оставим, пустичка высиживает потомство свое. Сейчас мы с Женей едем в урочище и будем до вечера там ходить. Что найду там, какие находки, обязательно вам покажу. Надеюсь, там будет намного интереснее, чем в полях потеряшки искать. Ну, классно, яички. Вот приехали Жени на старинное урочище. Там вдалеке дом стоит. Уже крыша разрушена. Деревня заброшена. Также стоят вот дубы старые. Здесь уже ива наросла. И на той стороне вот стоит моя машина. Поставили. Сейчас будем ходить. Жень туда уже ушел. Там вот тоже дом разрушенный. Вот такое урочище старинное. Елочка какая красивая. Все, я беру лопату и пошла искать. Вот стоит разрушенный дом. И рядом с домом яблоньки растут. Но когда собирали яблоки, наверняка что-нибудь теряли.
Вот, смотрите, какой ствол яблони. Тут яблоня. И рядом вот яблонька стоит. И вдалеке там маленькая. И у меня сигнал прозвучал. И выпала вот такая маленькая пуговка-гирька. Обломанная. Ушко обломано. Посмотрите, ребят, это камень большой. И вот там вдалеке камни. А здесь фундамент. Вот это все фундамент дома. Здесь кирпичи. У меня на фундаменте дома сигнал. Это ножка от самовара. Лужи помыть можно. Надеюсь, не колодец. Красивая. Вот смотрите, какая красота. Ножка от самовара. Так что вот на этом фундаменте, он большой, можно походить. Вон там камень. Вот где стоял сруб. Сейчас я здесь полазаю. Вот Жень на той стороне побегал, сказал, там ничего нет. Пришел ко мне, говорит, все, поехали. Одни алюминиевые проволока. Ну, я тоже вот накопала штук 10, а может и больше. И вот на этом фундаменте, на котором я сейчас нашла ножку от самовара, специально не закопала яму, у меня, говорю, Жень, подожди, говорю, тоненький сигнал найду, выкопай, если ничего, то уедем. И представляете, мне какая шайба выпала. И сохран вообще. Это Николай Первый. Сейчас я ее помою. Монета, конечно, в изумительном сохране. Это с чердака, наверное, пеки. Серебром, 1942 год. И сохран монеты очень хороший. Классная монета. Ура! Вот заставила Женю походить по этому фундаменту. И у него сигнал ВДИ-37. Не выкопалась. Может быть, подвальная. Блин, как я в таком дерьме не люблю копаться. Онлайн снимаем. Там. Мне кажется, к этому краю ближе бери. Блин, ага, как вот здесь. Этот венок. Ну и хорошо. Здесь, видишь, кирпичи немного есть. Ну здесь... Не знаю, что тут стояло. Печки, наверное, не было просто так. Не. Блин. Там еще. Ага. Вот этот край. Посмотрим. Это пошире. Давай. Да. Может, там кладуха у нас? Представляешь, горшок? Ага. Ой, там сигнал, я даже слышу. Там. Смотрите, какая глубина. Там. Блин. Может, в боку? Видишь? Давай, а вдруг это клад? А здесь нету. А сигнал такой монетный.
А вот о чем боку такое торчит? Вот, вот что это? О, медь какая-то. Ага, ну давай вынимай. Ух ты, ой, какая тяжелая. Ого, медь. Ого. Смотри, какая тяжелая. Вообще да. Килограмм два. А что такое? Посмотрите. 2 килограмма во! Меди. Классно. Вот это да. Точно. А то, говорит, не копать. Представляешь, правда, тяжесть какая. Это ребят, посмотрите. Пятак. Екатериновский. Да. Смотри. 2000 уже. А может, это что такое, интересно, надо помыть, потом посмотреть. Вот это да, вот это тяжелина. Круто, смотрите. Женя, а ты говоришь, не копать, какой я фундамент крутой нашла. Молодец. Давай дальше, давай весь обойдем его. 32. Вот уже не опять сигнал говорит 32. Ха-ха-ха, монета. А уезжать собрался. Ну-ка, давай, показывай нам. Кстати. Давайте. Я сейчас помоем монету. А только в этой деревне ничего нету. Это похоже на деньгу. Сейчас я помою. Точно деньга. И вот отличная такая. Посмотри, как все читается. Посмотри, какой сохран деревни. Какой год-то? 740-й, что ли? Или что там? Не вижу. 750-й. О, 750-й. Смотри, какой идеальный рельеф. И орел почистится, будет отличная монета. Так что никуда не едем, все. До вечера. На сегодня мы с Женей уже закончили коп, устали. Я все находки свои доставать не буду. Покажу сейчас Женя, что нашел. Это 3 копейки 24 года. Но я думаю, она почистится и будет очень хороший сохран. Просто в окислах. 20 копеек 41 год. Тоже хорошая монетка. Зелень уберется с СССР. Но это уже моя монетка, так как я их собираю, и Женя мне их все отдает. Альбом. Потом вот такую, как называют капуста, 2 копейки александровские. 1811 год. Тоже все монетки в хорошем сохране. Деньга, 1750 год. Тоже отличная монета. Сзади орел с двумя головами и царская корона. А вчера Женя ходил с Денисом на 2 урочища. И представляете, какую он иконку нашел? Богородица. Размером представляете, какая она большая и толстая. Очень красивая иконка. Ее надо чистить. С другой стороны тоже лики есть святых. Но я не знаю, что там изображено. Но зачетная иконка у Жени. Прямо красота. Коп наш закончен с Женей. Мы уже едем домой и проезжаем вот такую речку. И решила вам заснять. Посмотрите, какой поток воды идет.
Вот приехала я домой, помыла монету, это 2 копейки серебром 1842 года, намазала ее вазелином, 3 дня она сохла, и посмотрите, какой сохран замечательной монеты. Николай I. И вот такая иконка, что Женя нашел. Он мне ее подарил. Она была в зеленых окислах вся. Я ее тоже намазала вазелином. Тоже она сохла 3 дня. И зелень вся ушла. И стала она шоколадного цвета. На ней лик Богородицы с Иисусом Христом. А на этой стороне, конечно, плохо читается. Но рассматривала в лупу. Здесь тоже Богородица с ангелами. Отличные находки. Спасибо, Женя, за подарок такого красивого образца. А кто хочет посмотреть, где Женя нашел его, переходите на его канал. Канал называется «Кладокоп». Ссылка под описанием именно этого видео, где Женя нашел этот образок, иконку.